Или контроль. Это люки, на самом деле. Нет, там просто на втором этаже, который я уже не... А, и вот это еще. Не, здесь нормально, здесь хотя бы отградиться можно. Угу. Собираем. Здесь мьютилка ставится за кроватью, и мьютилка ставится тут, и нельзя убить. Здесь все очень хорошо мьютится. У нас капкана нету? Так, так, к нам нету. Прозы нужны будут. Да, мьютилки да, на эти. А, я не могу эту стенку замьютить, полностью за такую полностью. Так не стенку, эту же штуку. Окно же можно с кровати. На кровати. Это кто-нибудь закроет, нет? Так, так, вот так, конечно. Да, да, вот так. Видишь, не сгорело. Ребята, тут еще у кого-нибудь. А. У меня осталось две. Нужно? Да, сюда, наверх, на второй этаж. Иду. Сюда. Да, ты забыли. Сейчас все будет. На нуле! Качалку так, отделил. Ребят, вторую дело. Стоп, кто что? На парковке уже есть. Блять, забыл. Аккуратно, пищу вас. Тебя тут люк сзади. Угу, знаю, у тебя сзади люк наверху, ты помнишь? Я помню люк, ну, может пока еще нормально. Но он злой. Я знаю, я пока себе делаю люк, говорю. Да, я же должен был смотреть камеру. Термита нет. О, как хорошо. Спасибо! Значит, люки. Все, люки только. Ура. На камерах никого. Я на камеры сажусь. Ага. Проверяю ботом вот эту комнату. Принято. Возможно, будут заходить. Ну и пусть. Можешь, кстати, мьютилки переставить на двери, они же теперь не зажгут. Отлично. Эта область находится в так, у нас на крыше поставил. Принято. Так, на крыше могло достать, чувак. Фиш, у тебя люк. Фиш, у тебя выходи, люк. Выходи. Все, нормально, он меня не видит. Я. Так, убили камеру, да? А, нету. Молодец. Что делает? Держу джин. Нужно срочно кому-то спину подсверять. Тачера ранил. Вэшку убили наверху? Принято. Марбот, тебе камеры нужны? Нет, я не нужны. Я иду к вам. Я иду к вам, я три хилса. Я кого? Тебя могу подлечить. О, Макс, пистолет у тебя, да? У меня пистолет 5.7. С глушителем? Нет. Жалко. Жалко, да. Попробуем. А у кого-нибудь есть с глушаком слабенький? Нет. Понял. Нет, хочешь? Нет. Что мощнее, UMP или моя вот эта хуйня, вторичка? Ну, сейчас выясним. У тебя 5.7? 5.7, да. Так, ребят, у нас Джимми. 5.7? Давай. Так подальше, попробуйте подальше, у него шаурон должен быть. А, кстати, сквозь да, стенку, кстати. Сквозь стенку можно, слышь? Сквозь стенки нету, блядь. А, стоп, есть сквозь стенку. А, Джимми люк убили. Понял, стою. Еще раз, Джимми взорвали люк. Понял. Отлично. Е-е, победа. Поднимай. Сейчас подлатаю. Я люблю сесть за вот такую херню. Бессмысленно, это беспощадно. А что вы делали? Уверен, в реальной жизни так же сработал. Ага, понял, так. Док, соловей ты его там, зачем ты? А, граната! Граната туда кинул. Они бывают, через джим. А я заделаю стенку. Нет, неудача. Там баг сверху, да. Ну это его проблема. А внутри там есть в джиме кто? Если есть, иксом пометьте. Нет. Джим аутсайд. А может кто-нибудь иксом пометить, если кто зайдет? Нет, нельзя, нет камер. Он смотрит, сейчас будет прыгать, походу. Или не будет. Да я же в джиме оставил камеру, господи. Да, я в джиме смотрю. Зашел в джим, лёг. Иксом, меч его, меч иксом. Поменяй. Андрей, как ты? 15 секунд. Я сидел на камере. О, он там лежит. Всего 10 секунд. Просто ждите, пусть походит. Ну, контроль зоны, там уже есть. И за мёрзый пол, если он тебя может настроить. Вот это победа, господа. Такой цирк, такой цирк. Слушай, Фиш, как хорошо ты навел на бака. О, это жесть.
Это мы 10 втроем его херачили. Это вот реально как наш ад. И человек взрывается все вокруг. Пули, тупо вся комната. Пусть запиши это как тимплей в рамке Ди номер 2. Будь добр. Ладно. Это действительно тимплей в рамке Ди. Да, по-моему, это цирк на самом деле. Цирк как? Слабеньких поймали и имеют их. Да, да. Вот что-то в этом духе. Так, где мы там стартуем? Ой, на юге давайте, потому что там нельзя, выбежите и убить всех нахрен.